Всем привет, сегодня будем смотреть четвертый проект на метель от подписчика. Стартуем. Точнее, двух подписчиков. Метель, творческий режим. Это, скорее всего, будет самая лучшая метель из всех. Потому что здесь должна быть менюшка. Метель, начать игру, настройки, разработчики. Вау. Настройки, разработчики. Правая кнопка мыши. Строитель, запятая, разработчик текстур, Дима Лагута. Механик, разработчик моделей, Володя Старков. Вау, так, а как обратно? Backspace, допустим, Escape. Вернуться к игре. Ну-ка, правую кнопку мыши. Смотрите, перешли обратно. Настройки. В данный момент не работает, появится в будущих версиях. Вау, начать игру. Заходим, смотрите, у нас уже в менюшке, которая, во-первых, есть, есть падение снега. Бам. Сегодня работа затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Бам, я, конечно же, пропускаю в этот момент. Смотрите, нас переместили под музычку такую приятную. Очень темно, как вы и любите. Атмосферно. Пока что эта механика заканчивается, да ее немного, но она очень тяжелая. Пока что просто посмотри дом. Вау. Вот это да. Весь пол, смотрите, такой разнообразный, из разных блоков, с дырами, имитирующим, что он старый и дырявый. Стеллаж, конечно, нереалистичный. Game Mode Adventure. Чтобы мы с вами ничего не разбивали. Вау. Это фантастика. Ну-ка, что за кнопка? Это панель управления. Мы можем только вертеть. Далее. Вернуться в меню. Календарик такой есть. Вот, смотрите, у нас прямоугольные окна, как многие подписчики просили. И они заколочены гвоздями. За окном точно вижу деревья. Зимний биом. Вышки не видно. Так, это похоже лампочка на столе лежит. Реалистично достаточно. Внутри ничего нет. Это у нас кровать. Сюда бы добавить модельки из других проектов. Потому что, помните, в одном была прям реалистичная кровать. А здесь была реалистичная кушетка. Да, вот объединение проектов бы помогло. Если данные авторы не собираются так же сделать. Это не кнопка. В бочке тоже пусто. Очень реалистичный календарь, это пока самый лучший. В предыдущем проекте был такой же, только желтый, чисто. А здесь прямо, видите, такой как будто бы потертый календарь. Интересный стеллаж. Это у нас пожарный шкаф, стул. Тут не хватает освещения, конечно же. Очень темно. О, там жертва, вау. Что? Смотрите, это флаг. Он имитирует зеркало. И у нас иногда проявляется рычаг полностью. Очень интересно сделана шторка в ванной. Из стеклянных панелей. Ванна пустая, как и в реальной игре. Унитаз. Очень реалистичный, потому что в нем вода. Так, неужто она смывается? Нет, не смывается. Ой. Я также здесь могу запрыгивать. Ну-ка, давайте проверим. Есть! Вот как можно посмотреть. Можно даже присесть. И мы видим новогоднюю атмосферу за окном. Кстати, скоро Новый год, достаточно скоро. Ура! Что у нас в шелкерных ящиках? Ничего. Прямо хочется ждать дальнейшего развития данного проекта. Уже его оценивайте в комментариях. Проходим. Так, если встать. Не встает здесь. Присели. Кстати, классно, это получается полублоками сделано. Поняли, как интересно задумано? Мы видим визуально, что нам нужно присесть. Мы приседаем и идем дальше. Жертва сидит. Это прямо самая лучшая жертва пока из всех проектов. Это 5 с плюсом. За менюшку тоже 5 с плюсом. За реалистичность не 5 с плюсом. Потому что многое здесь не так, как в игре. Особенно, вот видите, верх клетки. Это как будто у нас дом. Стеллаж не такой, как в игре. Но в целом это суперский проект. Общий балл высокий. Жертва класс. Ну-ка, прыгаем вниз. Бам. Вау. Мы под водой. Так, ну неплохо. Ну в реальной метели мы идем, конечно, на вот такой примерно высоте. Вот. А здесь сделан еще проемчик, чтобы можно было как будто бы ускориться под водой. Смотрите. Не ускоришься даже. Это у нас Адель.
Мы еще пока не знаем, что нас ждет дальше. Поэтому разработчики в Майнкрафте не знают. Разблокируется в дальнейшем. А, то есть пройти нельзя? Ах ты, смотрите. То есть мы не можем пройти игру. Разработчики молодцы. Видите, у нас еще у проекта два разработчика. Это как у нас с Егором. Я строил, Егор механизирует. Тут также двое. Так, давайте факел душ еще раз ставим в виде. Чтобы было поярче, еще вам покажу более яркий проект. Но факел душа не светит слабенько. Давайте другой возьмем. По возрастанию цвета. Сначала холодный, потом потеплее, потом самый яркий, теплый. О, светлая ванна. Видите, напоследок вам показываю с освещением. Ох ты, люк не замечал. Тут пока ничего нет. Ну-ка, далее. Бам. Подсветили. Видите, мы даже увидели дыры в потолке. Я даже на них внимания не обращал из-за того, что у нас очень темный потолок. Ох ты, yes. Во, теперь мы с вами все видим идеально. Зашли такие в клетку. Пока что на этом механика заканчивается. Да ее и немного, но она очень тяжелая. А пока что просто посмотреть дом. Все очень приятно написано. Давайте выйдем еще на улицу. Вернуться в меню. Вау. Вот эта атмосфера, смотрите. Там зайчики бегают. А зачем такая тут башня? Ох ты! Там внизу, видимо, командные блоки. Ну-ка, давайте до зайчиков. Зайца можно захватить? Он какой-то зомби. Яйцо призыва кролика, на. Видите, я кролика создал. Это какой-то недобрый кролик. Вот и весь проект метели. Мы с вами где-то здесь не были. Ах ты, смотри, как оформлено. Там клетка, здесь календарь. Вот здесь вышка должна была быть. Ее нет. Смотрите, мы такие плывем, плывем, плывем. И нас дальше не пускают. Со снежинками класс сделано. Вот, нас здесь не пускали. Мы разбиваем барьеры. Режим приключений. И можем здесь ходить. Вот, где-то здесь менюшка начинается. Давайте найдем менюшку. Точно, прямо здесь. Начать игру. На правую кнопку мыши. Все, мы таки зашли. И можем выйти. Кстати, а если мы здесь поставим какой-нибудь блок? Вот здесь где-нибудь и проверим, где он отображается в менюшке. И резко в меню. Ах ты, вот они, ура, нашли. А подождите, вау. Смотрите, что мы сделаем напоследок. Мы сейчас здесь все заложим динамитом, подожгем это от дома. И будем прямо в менюшке наблюдать, как все разваливается здесь. Оцените также и эту идею лайками. Так, у нас здесь получается менюшка полностью рванет. Просто линию ведем. До входа делаем, потому что я должен успеть в менюшку попасть. Хотя и сам командный блок может разлететься. Вау. А это опасно. Тот командный блок нам показывает менюшку, скорее всего. Давайте эти еще разнесем. Чтобы нас-то не зацепило. Вот отсюда сейчас поджигаю и сматываемся в меню. Быстрей. Быстрей, быстрей. В меню. Смотрим, 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 смотрите. Вау. Слышим звуки. Ес, менюшка взрывается. Это ядерная метель. Давайте мы на этом видео закончим. Разработчикам спасибо за предоставленный проект, оцените его лайками, в комментариях предлагайте свои улучшения по данному проекту, подписывайтесь на канал, с вами был Топси, всем пока!